Доброго утра, вернее, у нас уже не утро, почти 10, я готовлю обед, мы уже позавтракали, я делаю йогурт со сметаной, с творогом и с малиной, вообще это настолько вкусно, для нас это прямо растишка. Вот сейчас будут борщи, не знаю, со щавлем и с яйцами. Это, наверное, будет щи, здесь картошка, сейчас сюда процежу бульон и буду варить. Будет лук, морковка, яйца, щавель и томат. Вот чеснок и зелень, без свеклы. Так, песня у меня тут варится. Уже здесь томат, картошка, морковка, лук. Посолила. Потом добавлю яйца уже отварные и щавель. Мы обедаем. И вот наш борщик. Без папы, потому что сейчас мы быстренько пообедаем и будем собираться на Красную площадь. Нет. Да, и папа. Мы в такое время еще никогда, походу, не ездили на Красную площадь. Это и еще мы там... Ну, это нельзя говорить на видео. Что? А что мы будем покупать? Тайна? Я не знаю, что мы будем покупать. Наверное, маме чехол. Новый телефон. Нет! Как всегда, ехать на Красную площадь и бензин. Лампочка загорелась, так что сейчас заправимся. Вот 92-й, 44-20, 95-й, 47-50 стоит. Это 98-й, 49-50. Мама, впрочем, ничего нового. Угу, практически. Все, мы едем, едем. Вернее, уже приехали почти. Осталось только повернуть через две сплошные. Ну, в смысле, не через две сплошные. Сейчас до прерывистой доедем. Ну, что, давай через две сплошные отдадим деньги дядям. И поедем домой. А их не мамы купят эти купальники. Да, 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 купальники. Сейчас папу пождем. Да, в Декатлон, в общем, зашли. Сейчас поедем. Сейчас подожди папу, Григорий. Взяла несколько купальников. Вот эти, глянь, просто синие надо померить. И вот этот вот. А вы что тут? Маску? Это не маска. А, это трубка? А ты сможешь с ней нырять? Да. А что это такое? А, маме с папой? Ну, да. Ну, давай. Идем смотреть на лук. Ты что, прям настоящий такой? Ну, типа. С присоской. Жалко, что не тут попробовать. Это все. Растянуть. А то мишень, да? Что-то хотел. Ну, вот это же. А это что такое? Ну, это же плиты, куда потом стрелять? Мишень крепится. А, в мягкое? А из чего это? Резанное. Угу. Посмотрели, да? Папа, это не лук, это как арбалет. Почему? А ты что, этот ты не растянешь? А этот я растяну как-то? Не знаю. Я же хотел попробовать. Красочи. Мне, кстати, платье нравится. Платье нравится. Чего? Платье, говорю, клевое. Классное, да? Пап, смотри, что Гришка нашел. А, тут сразу мы накачиваем, да? Все, все, все. Ты гол забил? Ой, тут всякие табуреточки клевые. Все, все рады? Папа, стоп, носа чесалась. В машине я чувствую жарко. Да, сейчас там будет жара. Антошка? Гришка. Гришка на английский. И потом сразу еще и на карате. Не спрашивай, почему он толстый? Почему он толстый? Мяч. Да. Поняла, где вторая? Да. А ты понял? Да. Все, теперь мы куда? За Афонией. За Афонией. Поехали.
такой дворик маленький, да? Да. Сковороды. Антохин новый мячик. Гриша что-то, ему сегодня купили этот трубку нырять. Но он что-то ее сегодня на карате не взял. Понимаешь, она тут не в тему, эта трубка. А мячик Антохи нормально, да? Оба. Вообще прям. Все, мы едем, и тут у нас везде, по-моему, на каждом перекрестке скупают малину. Прям много людей сдают. Мы уже дома купили корм собакам. Вернее, собаке, коту. Мама! А! Игрушки с собой возьмешь? Давай. Так, что мы тут еще набираем? Не брать игрушки? Так, в общем, морковку будем... Афоня, я тебя люблю. Иди, заходи. Морковку будем брать. Кабачки уже свои. Вот столько огурчиков уже насобирала, целый пакет. Забирать? Нет, не брать? Или собирать? Да? Да. Хорошо. В общем, огурцы. И здесь пакет зелени разной. Укроп, петрушка, ореган. Вот вроде бы все. Все, мы собираемся, сынок. Все, Афончик, поедешь? Иди выпускай лекцию. Сейчас он радостный, да? А он не хочет. Сейчас все, открывайте, дети. Лекс, ко мне. Он просто еще сейчас загнал же. Он же... А, он вышел, да? Все, молодец. Все, охраняй. Ой, колесик. Уже в Каневской на заправке. Не знаю, сколько, 10 часов уже. Сижу, они нам сейчас тут все помоют. Так, 48,99 цена бензина здесь, на Газпроме.